Аламерт представляет. Хотите начать бесплатно играть в World of Warcraft и сразиться с легендарными боссами? Тогда скорее переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на проекте наших друзей WoWSirus. Недавно на нем обновился редактор создания персонажей, и кастомизация стала еще вариативнее и проработаннее. Также каждый месяц мы проводим сходки, на которых ходим в данжи, рейды, РПшим или качаемся с нуля, тем самым помогая новичкам. Всех жду. Новые эксклюзивные расы, локации, боссы, возможность играть за ренегатов, третью PvP-фракцию, которая воюет против всех. Также проходят турниры с довольно крупными призовыми. Также вы уже можете играть за новую расу, Драктира, которая наделена уникальными способностями. Повторюсь, ссылка для регистрации на Сирус в описании. Зови друзей и вместе покоряйте Азерот. Я был ребенком, когда отцу пришлось сражаться с тем же врагом. Я был там. Я все видел. Штормград был в руинах. Оркам нельзя доверять. Их нужно уничтожить. Всех до единого. Мы пришли сюда, чтобы избежать бойни. А похоже, мир везде одинаков. Ваша орда погубила тысячи ни в чем не повинных людей в Штормграде и Лордероне. Ты правда думаешь, что от вины можно так легко избавиться? Пришло время объявить войну. Я долго ждал этого, Трал. Каждый раз, когда меня выбрасывали на одну из ваших проклятых арен, каждый раз, когда я убивал зеленокожего урода вроде тебя, я думал только об одном. Каким бы мог быть наш мир без вас и вашей паршивой орды? Пришла пора навести порядок и стереть с лица земли ваше гнусное королевство убийц и воров. Вот бы изменить прошлое. Керн, Горош, Тирамор. Как будто я всегда выбирал неверный путь. Орда всегда будет прикована к своему прошлому. Не только Орда совершала ошибки. Артас. Я становлюсь королем. Делин. Не все можно оплатить кровью, орк. И у нас хватает черных страниц. Нам не построить мост между Ордой и Альянсом, пусть даже за тысячу лет. Погибнут многие. Люди гибнут всегда. Тогда за что мы сражаемся? Нам нужно подумать о выживших. Дать им надежду и будущее. Мы не вернем павших, если продолжим проливать кровь. Путь к миру не будет легким, и не все выберут его. Но только он позволит нам создать лучшее будущее. Сын мой, я столько потерял, что разучился доверять другим. Но ты показал мне, что такое прощение, понимание и вера. Я хочу положить конец вражде. Помнишь, как мы с тобой уже бились вместе на склонах горы Хеджал? То древо жизни не погибло, потому что Орда и Альянс были вместе. Единственный шанс для вас и для всего мира — объединиться в борьбе против врагов всего живого. Я приму этот бой, даже если он станет последним.